Глава третья. Взрыв. Порка заставила меня задуматься. Никогда не... Эй, вон он! Ну, сейчас моего! Нет, стойте! В комнате полно взрывчатки! Не стреляйте! Вот дерьмо, черт, все загорелось, бежим, бежим! Бляха! Твою мать! Здание сейчас летит на воздух, вот что происходит. Сейчас все рванет к черту, вот что. Твою мать. Все абсолютно загорелось. А, черт. Вся эта вот это, блин, преломило меня. Вот это преломило. Дубль 2. Окей, жив. Давай, давай. Не сюда, Макс. Чёрт, это куда? Понял, не дурак. Хотя черт его знает, раз сюда полез, может... Может быть и дурак. Может, ты дурак. Твою мать. Как назло, везде теперь понатыканы эти бочки. Давай. Здесь хороший, есть возможность спуститься. Пошел в жопу, стреляет он там. Возьму-ка я лучше калаш все-таки. Просто у Инграма очень... Твою мать. Очень большая отдача. И разброс. Отдачи здесь нету, именно разброс я имел в виду, да. Нормально? Он, кстати, первый попал в нее. Имбецил. Сейчас будет интересно. Неплохо. Очень даже неплохо преломило. Ты что за слово преломило? Я от него отделаться не могу. Ну? Не лезете на меня. Половина трупов в гробах, половина в мешках. Какого черта? Потушите! Потушите! Так уж и быть, друг. Макс, Макс, что происходит? Да, да. Макс, я ж сказал, все летит к черту. Ты меня слышишь? Макс, Макс, отвечай, Макс. Я же тебе сказал. Новогодний фейерверк, мать твою, новогодний фейерверк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, соскользнешь сейчас. Твою мать! Пам! Пути ее сигналов. Мона! Не знаю, чего хотела Мона. Того же, что и я или нет. Убить тех, кто за ней охотился. Пуля настоящая или воображаемая создавала пути ее синапсов. Направляла ее. Она добралась до назначенного на снос дома, когда я был внутри. О чем думала, не знаю. Макс, я на месте. Ты где? Здание под снос, на краю площадки. Иду наверх.
Я на другом конце. Попробую вылезти на крышу и осмотреться. Потом. У меня тут небольшая заварушка. На связи. Ну ладно. Вот такая вот Мона. Да-да-да. И тут нам дадут за нее поиграть. Что здорово. Сейчас, секундочку. В воздухе растворится, когда здание взорвется. Да, растворяться. Босс разберется. Уж доверься его злому и изощренному уму. Откуда они говорят, я вот не помню. Эть, наверху нет. Мона вот такие вот красивые темы делает, еще назад вот так вот. И я с ней тоже развлекался, падал со всяких мест. Вот таким вот макаром. Не знаю, почему мне это доставляло. Ну, как я и говорю. Как я и говорил, точнее. Так, там наверху есть. Ребята. Мне вообще, когда я проходил первый раз Макса, доставляла новая физика, новый. Опа. Здрасте. Приломили пацана. Вот опять это слово приломили. Здрасте. Вот отсюда я падал, по-моему. Как-то. Ёпту, тихо. Как-то вот так вот. Не знаю, почему. Не знаю, почему, но мне это так доставляло жутко. Вот таким вот макаром умирать. Не-не-не-не-не-не. Мона, давай-ка заново. Че, не умерла сейчас? Вот так вот, все, спускаемся. Так, теперь у меня есть Беретта и Дигл. Ну, как я и говорил, Мона мне все время виделась именно с Диглом, поэтому буду ходить с ним, ну и со снайперской. А там посмотрим, как пойдет. Здесь, по-моему, ребята есть еще какие-то. Нет, чисто. Значит, пойдем в эту сторону. Хераз 2. Ну, значит, все-таки в ту дверь, где мы убили мужика сдалека. Мужика сдалека. Завалили мужика сдалека. Так, в первую дверь, по-моему, вот в эту. Да. Странно, больше... Хотел сказать странно, но больше никого не вижу. Плохо. Есть кто? Тихо, тихо, тихо. Как вам такой сюрприз? Не дождался он взрыва. Я его так присобачил к стене. Просто... выставил в него. Че-то, короче, я переборщил с наглостью, по-моему. Странно, что попал ему в голову, но он умер со второго раза. Здесь вроде прохода нет никакого, нам на лифт и вниз, по идее. О! То, что нужно. Блин, вы слышите это? Кто-то блюет, по-моему. Danger. Слышу. Трос! Ты что-то с полом перепутал. Так, здесь я вроде как что-то даже помню.
По-моему, он здесь вот товарищ хитрожопый сидит. Да-да-да. Который нехило тогда. Нехило бы нам наставлял свинца в задницу. Оп, падаль. Прям в голову летело, между прочим. Взял, поднялся. И заставил меня две пули в него высадить. Твоих слов. Ёптую. Фу. О, насобирали-то, а, добра. Ну, пока с диглом. 17 патронов осталось, вот это я зря. Вот дерьмо. И взял подо... Уникум, и взял подошел. Вот дерьмо, и взял подошел к бочке. Ой-ой-ой. Столб. Да. Ты сохранился, конечно. Ты еще? Здесь, как и в первом Максе, надо бы сохраняться почаще. Надо бы сохраняться почаще. Иначе так и будем перепроходить участки по новой. Вау! Эй! Тут же был чувак какой-то. Думал, я про тебя забыл? Хрен с два. А вот про тебя забыл. Ну, подними голову. Помер. И про вас забыл. Вот это было красиво. Это тоже доставило. 18 патронов осталось. Вот это плохо уже. Во. Один рожок есть. Может, Мона поработает двумя инграми? Ингрими, да. Что я сказал? С двумя инграма. С двух инграма. С двух? Что? Как одни спрягаются? С двух инграмов. Вот, наверное, так. Эти парни неплохо закупились. На целую армию. Профи, ничего не скажешь. А вот мне так не кажется. О, детка. Давай, детка, давай! Один взгляд на босса и бац! Бонуса! Ублюдок! Они не понимают, что это женщина их убивает. Ублюдок, блин. Совсем, что ли, дурные? Какой нахер ублюдок? Пошел в жопу. Спасибо за дигл. Отлично. Глава пятая. Из окна. Мона, не думай, что я спятил. Но мне нужно, чтобы ты вызвала сюда полицию. Точно ты спятил.
Я же в бегах, Макс. Только что смылась из кутузки. Но мне правда очень... Катись ты. Придурок. Повторите. Из окна гостиничного номера твоего... Своего, точнее. Я телевизор выкинул. На авто... Молодец. Это было четко, Мона. Оно того стоило. Три обезболивающих, чтобы взять, чтобы потратить одну. Точнее, потратить одну, чтобы взять три. Так, выходим на улицу. Возьму-ка я опять нигл. Дождина. Макс, что происходит? Сейчас все рванет к черту, вот что. Макс, черт тебя подери. А, черт. Смотри-ка. Кто-то зашел сюда? Кто-то зашел. Где жопа? Сверху падали. Что-то с моим языком, ребят, не то. Что-то прям вот вообще не то, не то. Сами виноваты. К ним я поднимаюсь только, чтобы забрать патроны. И два обезболивающих. Неплохо. МП-5, поработаем с тобой. Еще один взрыв. Макс, Макс, что происходит? Да, он сейчас вылетит нахер. Вот это да. Сейчас приломит его по голове. Вышвырни прям. Правила в окно и сам отправишься следом. Макс? Макс! Это было не первое мое падение за эту ночь. И все же оно было лишь прелюдией. До самого дна оставалось падать еще долго. Туда, бегом! Эх, там сколько товарищей. Макс, гости. Мона, тебе придется позаботиться о них. Мне нужно время. Да, я вижу. Я не мог жить без нее. Вот опять, видите, как он сравнивает. Пошел в жопу. Эй, в голову уже прилетело. Вот это я лоханулся. Попробуй попасть внутрь и найти меня. Нужно поближе пройти. Да какого черта? Херово стреляю по движущимся целям. Да, серьезно, с моим языком что-то не то. Движущимся. Мак, сзади. Нормально приложила. Упадешь в щельку? Упади в щельку. Мне нужно перебраться через двор к другой двери. Прикрой меня. Да я не... без вопросов. Эй, я вижу снайпера. Макс, мне сложно отсюда целиться. Я пройду обратно через здание, чтобы занять позицию получше. Я никуда не тороплюсь. Что, поболтаем еще немного или, может, я пойду? Иди. Так я и думала. Так, пройти через здание. Не вопрос. Нужно сменить ракурс. Дела были плохи. Единственная надежда была на то, что Мона найдет место с видом на двор и успеет убить этих командос. Успею, конечно. Конечно, успею. О чем речь?
Главное, чтобы меня не завалили. Так. Вот-вот о чем я и говорю. Твою мать! Сейф! А, щет. Черт. Что за долбанная привычка без сохранения играть, а? Что за долбанная привычка? Давай, вставай. Так, я снова в деле. Идея есть. Попробуй попасть внутрь и найти меня. Один патрон в них только отталкивает. Давай быстрее. Выйдет дверь заперта. Красиво. Не дали даже встать, ублюдку. Мне нужно перебраться через двор к другой двери. Прикрой меня. Сейчас вылезет. Макс, мне сложно парень отсюда целиться. Я пройду обратно через здание, чтобы занять позицию получше. Я никуда не тороплюсь. Что, поболтаем еще немного или, может, я пойду? Иди. Так я и думала. Еее, сохранение. Сохранение. Еще сохранение. Почему он не пользуется обезболивающим, а? Дела были плохи. Единственная надежда была на то, что Мона найдет место с видом на двор и успеет убить этих командос. Успею, конечно. Откуда ты, зараза, вылез? Ё-моё, прям напрочь отбило, по-моему, желание у пацана жить, когда по ногам выстрелил. Вон он, сукин сын. Макс, путь свободен. Я пошел. Прикрой меня. Вопрос. Упал. Я, конечно, еще один снайпер. Но они зажали меня в угол. Поняла. Я пойду к лесам на другой стороне двора. Вот это я сохранился. От души прям. Еще одно сохранение. У меня закончились обезболивающие. Нормально вам? У меня было мало времени. Я не спускал глаз с лесов, ожидая, когда появится Мона. Черт. Нормально. Неплохо вышло. Очень даже неплохо. Наверняка сейчас опять гости будут. А эти ребята тебя торопят. Им явно не терпится тебя увидеть. Я стою того, чтобы ждать. Я уже почти на лесах. Макс, я на месте. А ёб твою мать. Это не я, а эти ребята тебя торопят. Я за Макса, по-моему, тебя столько раз не умирал, сколько за Мону. Я уже почти на лесах. Макс, я на месте. Имбецил, на что тратит патроны? За дверью ничего не вышло. Здесь есть ворота в соседний двор. Попробуй. Попробуй. Ладно, я проберусь через здание и встречу тебя там. Мона, я нашел кое-что, что поставит меня на ноги.
Обезболивающее. Мне бы Макс, я тоже не помешало. Закон ямы, глава 6. Должно быть, Мона тоже слышала сирены. Вряд ли ей это понравилось. Здравствуйте. Черт тебя побери, Макс. Я же просила тебя не вызывать копов. Красиво падает, да? Очень красиво. Тоже развлекался с этим парнем. Как мог. То с автоматов, то с пистолетов, то с гранатой, то еще как-то, то со снопы. Всегда как-нибудь по-интересному их убивал. Зря я, наверное, сюда иду. Хотя, черт узнает, может и не зря. А, и вот с этими лестницами я развлекался. Да, видимо, все-таки на ту сторону. Давай, давай, покажись. Первая дверь тоже заперта. Очень плохая новость. Команда рада меня видеть. Я иду на второй этаж. Я тебя прикрою. Ну, я по крайней мере постараюсь. Где они? Чё-то никого нет. Чё, закрыто. Тут уже двери кончаются. Есть еще одна через двор. Без прикрытия мне туда не добраться. Хорошо, оставайся на месте. Я найду позицию с другой стороны двора и скажу тебе. Если она не доберется до другой стороны двора, меня убьют. Все было просто. Доберется, куда? Куда денется-то, ё-моё? Нормально, там еще обезболивающих прилетело. Не бы сохраниться опять. Макс, терпи. Ладно, поехали. На старт, внимание, марш. И он побежал. Толпа безумства. Что не покажет себя? Вот и все. Тебе бы обезболивающий, Макс. Заперто. Остался последний шанс. Твою ты мать. Двора ведут еще одни ворота как раз под тобой. Встретимся на той стороне. Слушай, Мона, там в павильоне ужасов ты хотела поговорить о том, что случилось. Да. Да. Ну и? Что ну и, Макс? Повтори, ты пропадаешь. Еще команда. Мона, ты не могла бы... Макс. Макс, выйди на связь. Ты меня слышишь? Черт, а куда идти-то ублюдок. Я? Ублюдок. Да. Ну, ублюдок. Куда идти? Оп, твою... С карабина меня мочите, значит. Хорошо. Я отвечу вам калашом. Только сохранюсь прежде. Давай, Мона, Максу нужна твоя помощь. Отлично. Серьезно, я за Макса так не страдал, как за Мону. Там, конечно, и противники были другие. Что, куда ты прыгаешь-то, а? Молодец. Но все-таки.
Может, тоже с карабинчика пострелять. Давайте. Наконец, у меня появилась граната. Куда ты лезешь? Мы в нужном месте. Сирены затихли. Мона должна быть рада. Другое место, другой срочный вызов. Сирены затихли. Мона должна быть рада. Другое место, другой срочный вызов. Вот так вот. В броньку, а потом в голову. Так ее куролесит, когда... Когда она умирает, а? Просто на ура. Так, три рожка еще есть. Здесь вот есть... Нет, нету. Я думал, здесь обезболивающий будет лежать. My bad, my bad. Посмотрим. А, черт. На ура пока. Справляемся. У них пошли МП-5. Давайте перейдем тоже на МП-5. Чтобы тратить только то, что восполнимо в данный момент. Тоже. Прыгнул, блин. Бу. Полностью здорово. Ёпт, кто? Кто? Откуда? Снизу? Сохранилось. Твою мать. Это было больно. Я был полностью здоров. Полностью был здоров. Я на краю этой ямы. Я вижу выход. Видишь выход на краю ямы? Сейчас найду, как подняться. Доперли, что им не одолеть нас, да? Мы вдвоем просто разложили весь спецназ этого Кауфмана, Керауфмана или кто бы там ни был. И Кауфмана мы убили. Здесь что ли подъем? Я не помню. Нет. Наверное, здесь. Вот это строительные леса от души просто понаставили. Хераз 2. Не тот маршрут, который мне нужен. И богу не помню, куда мне. Подняться наверх. Вот он, лифт, точно. Как это я тебя не заметил? Как это я тебя не заметил сразу, а? Я нашла лифт. Поднимаемся. Да, лифт вижу. Сейчас подойду. Уборщики ушли, наверху все чисто. Стрелять — это всегда выбор. Либо ты жмешь на курок, либо нет. Стойте. Стойте, подождите. Чё-то значок достал, она ж тебя знает. Опять за Макса. Не мешай, ты только все портишь. Тебя отстранили. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Я исполняю свой долг. Она в розыске, я приказываю ей сдаться. Она сопротивляется, я стреляю. С той же неизбежностью, с какой пуля раздирает тело и кости жертвы, тот, кто спустил курок, разлетается на сотню осколков. Спокойно. Назад, Пейн. Вот что я вижу, оглядываясь.
Эти минуты словно слепящий снег. Я погиб и ожил измененным до мозга костей. Нет, Мона. Уинтерсон! Вот тебе и выбор. Стрелять всегда выбор. Сейчас стрелял Макс. Стреляют! Сюда, скорей! Ступай, беги! Мона! Эй, не спеши! Детектив Уинтерсон! Она ранена! Он упал вниз! Закон ямы. Неважно, сколько времени карабкался наверх, обратно слетишь в один миг. Вот так мы и оказались в больничке. Часть третья. Прощай, американская история. Мне снилась жена. Что там? Что я убил ее ради любовницы. Мы его теряем. Множественные огнестрельные ранения, зрачки расширены, травма головы как минимум. Он в шоке. Две больших капельницы и в реанимацию. Быстро! Не реагирует. На нем вообще живого места нет. Мы его теряем. Я выбрал Мону. Оказалось, что потерял. Ты просто ангел, Макс. 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 Ты играешь со мной, а? О, Макс. Ну-ка, остановись. Сейчас попробуем догнать ее. Да, она вправо побежала, вот она. Макс. 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 Эй. Дальше по коридору и направо, да? Вроде как да. Что за... Думай, черт тебя подери. Думай, думай. Так, подожди. Я все могу понять. Я все могу объяснить. Паранойя. Я все могу исправить. Думай, думай. Я убил их. Мою жену. Моего ребенка. Я застрелил их. Я закопал их в саду под розовым кустом. Я раскаиваюсь. Заставлю его заплатить. Я накажу его. Заставлю его сожалеть. Что жуткое хотите. Место, да? Я причиню ему боль. Я убью. Сумасшествие, безумие, все это. Шизофрения. Я думал, что я убийца. Ну, точнее, безумец, сумасшедший, шизофреник. Мона? Что за... Здесь прохода вообще нет. Нужно бежать на выход, да? В этот момент все начало рушиться. Внутри Макса. Стойте. Стойте, подождите. Макс, не мешай, ты только все портишь. Тебя отстранили. В этот момент все полетело к чертям. Макс выстрелил в свою напарницу, грубо говоря, в детектива. Пейн! Пейн! Ты должен, Пейн! Ты обязан раскрыть это дело! Нас предали! Ты должен узнать, кто это сделал! Раскрыть! Я все сделаю, Джим. Я все сделаю. Нас кто-то предал. Я знаю, кто предал. Макс, осталось только выжить. Убийца. Макс, она хочет убить нас.
Назад, она одна из них. Макс, не подходи. Это твой дом, аппарат Уинтерс. Макс, мой дорогой друг. Влад. По телефону Уинтерс. Ты арестован по обвинению в убийстве. Я делаю это ради тебя, Макс. Я могу избавить тебя от боли. Твою мать. Они решили стрелять в меня. Обе. Особняк, сейчас. Приходишь в себя, кругом разгром, который сам устроил. Что делать? Лежать, зажмурившись, не шевелясь и надеяться, что помрешь? Или выбираться, спасать близких, тушить пожар, исправлять положение? Последнее предупреждение. Вы окружены. Бросайте оружие и выходите из здания с поднятыми руками. В сказке про спящую красавицу все было совсем не так. Все экипажи на месте и в готовности. Принц не затем ее целовал, чтобы разбудить. От столетнего сна не просыпаются. Ладно, парни, сейчас заходим. Будем брать штурмом. Все наоборот. Он ее целует, чтобы самому проснуться от кошмаров, которые забрел. Глава первая. Живучий упрямец. Ты проснулся, Макс? Больница сегодня, чуть раньше. Когда я сегодня очнулся в больнице, то думал, что хуже некуда. А теперь к тому, что было дальше. К телу Уинтерсон в морге. Я убийца. Убил полицейского. С некоторыми чувствами ничего нельзя поделать. Я достаточно провалялся на дне ямы. Слишком долго. Сдавайся, бежать тебе некуда. За мной пришли командос из компании уборщиков. Мне был нужен пистолет, чтобы пройти мимо них. Я надеялся, что болеутоляющее поможет мне продержаться на ногах. Хеллер, это Митчем. И где мне достать пистолет? Нет, он удрал. Да я задел несколько газовых баллонов, когда стрелял в него. Ну вот теперь ты попадаешь. Какой ты тупой, ты был там, с безопасностью, недоумный. Черт. Я тебя достану. Понятия не имею, куда бежать. Это мы еще посмотрим, уйду я далеко или нет. Пистолет, где пистолет? Где мне взять пистолет? Твою мать. Черт, он сейчас поднимется. А еще он, скорее всего, не один. Что я ищу тут? У тебя есть пистолет? Тебя я уже убивал. Ёб твою. Что ты тут делаешь? Дороги! Ага. Какого черта? Я понятия не имею, что здесь делать надо. Я не помню. А, найти пистолет. Вот обезболивающее. Открываешь дверь, бежишь. Правильно? Личные вещи. Погибшие где хранят? Черт, пошел в жопу от меня. Ну вот теперь ты получишь. Да пошел ты. Ты тупой, ты же был там, в безопасности, недоума. Это мы еще посмотрим. Я тебя достану. Кто тупой? Нет, вообще я согласен, что я неумный поступок совершил, но... Что делать? Что делать? Куда идти-то, а? Простите. Простите, пропустите. Нахер.
Пистолет убитого охранника валялся в дверях. Только бы поднять его, и я бы смог отстреливаться. Вот и все. Имбецилы. Извини, друг, я бы тебя спас, если бы ты не лез на рожон. Хорошо. Еще и дробь есть. Еще и обезболивающий. Прикрой меня! Как-то все дерзко получилось очень. Очень дерзко. Очень много потерь. Есть тут что, а? Что-то есть. Я же взял? Да, взял. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Бери это. Ты мой спаситель на сегодня. Пошел ты. Это долгий сериал. Черт, выход. Закрыто. Неужели все в бронь? Все в бронь всадило, но все. Тоже мертв. Нет, лучше берет и ничего нет. Не умею я ходить. А вот когда бегу, очень часто натыкаюсь на этих хэродов. Вот так вот, да. О, как-то я тебя не увидел. Мое спасение. Вот молодцы какие, в своих же стреляют. Я рад, что не убил тебя. Ты правда хочешь этого? Все на ура получилось. Обезболивающее сзади. Отлично. Так, теперь МП5. Откуда здесь эти галлоны? Понятия не имею. Ну, лучше сохранюсь. Еще кто-то хочет? Почему они с УЗИ, блин, были? Я понимаю, МП5, но почему УЗИ? Какого черта УЗИ делает у этих командос? Вот ты... Вот это перестрелочка. Вот это перестрелочка. От души, ребята, полегли. От души. Просто не команда, садите, малые. Так, конечно, МП5 опять. И сохранюсь. Всю лестницу держали. Все слегли. Бляха. Убил полицейского я в итоге. Черт. Так МП5 их отбрасывает.
То он должно быть обезболивающее. Тогда на стройплощадке я уже был готов сдаться. Я уже не ждал никаких ответов, никакого второго шанса. Ничего было не исправить. Я должен был расследовать дело сам. Все по-прежнему крутилось вокруг Моны. Ее образ неотступно виделся мне, куда бы я ни пошел. Я пытался проследить ее путь. Блуждание заколдованной пули у нее в голове. Я не мог ее найти. Я оставил город и поехал, куда подсказала Мона. К специалисту по ответам. Особняк Альфреда Уодена вышел из того же мрачного прошлого Европы, что и внутренний круг. Мистер Пейн, я вас ждал. Альфред. Все войны ведутся ради этого. Ради любви. Какова цена за голову Моны Сакс? Следующий вопрос. Ладно. Почему внутренний круг охотится за мной? Я скоро умру. Рак. Не удалось удержать власть. Произошел раскол. Изменники развязали внутри общества гражданскую войну и убивают всех несогласных. Мы перегрызлись, словно крысы в бочке. Винни-гоните? Владимир Лем. Я и сам уже знал ответ. Влад соврал. Это он командовал армией уборщиков. Владимир Лем много лет был во внутреннем круге. Теперь этот отступник убьет Гуньитти, а потом придет за мной, за своим бывшим учителем. Я что-то не помнил это.